Ульяновский профессионально-технический колледж начал свою работу в 1945 году. С этого момента отсюда выпускаются настоящие мастера своего дела, кадры, так необходимые местным градообразующим предприятиям. Богатая история и добрые традиции. У учреждения даже есть свой музей с наградами сотрудников, документальными материалами и вещами знаменитых выпускников. Многие из представленных вещей принадлежат семьям, члены которых учились в колледже. Среди выпускников нашего учебного заведения 85 таких династий. Это только учтенных, которых мы непосредственно нашли, в общем-то, и поддерживаем связи на сегодняшний момент. Самая большая из династий – семья Афанасьевых. Ее основатель Алексей Владимирович задал профессиональный настрой трем поколениям. Более 20 ближайших родственников пошли по его стопам и выучились на рабочие специальности. Старший мастер, слесарь 6-го разряда и действующий преподаватель Алексей Владимирович вот уже 45 лет обучает студентов. В 62 года он и не думает о пенсии, работа дает ему жизненную энергию. Наш герой утверждает, преподаватель должен быть не только грамотным и требовательным, но и чутким человеком. Я даже когда мастером производства, мученером был, никогда в жизни родителей не вызывал. Всегда по домам не ездил, потому что всегда понимание с ребятами были у нас. Всегда отношения такие были, всегда беседовал. В 1973 году Алексей Владимирович закончил учебу, отслужил в советской армии, а после вернулся в родной техникум в качестве мастера. Первый из тех, кто захотел взять с него пример, Александр Петрович, младший двоюродный брат. Пройдя обучение в этом же колледже, он получил профессию электрогазосварщика. Позднее Александр работал на местных предприятиях. С момента получения диплома прошло уже более 30 лет, а он до сих пор вспоминает, как старший брат помогал ему со сдачей экзаменов. Он мне помог. Он даже вот когда я учился, тогда надо было даже вот курсовые там вот надо было делать. Он мне помогал. Профтехническое семейное движение подхватили и другие Афанасьевы. Племянник Андрей сейчас служит в полиции и уже получил звание капитана. В 2003-м после обучения на слесаря-ремонтника он поступил в школу МВД. Несмотря на смену профессии, навыки слесарного дела Андрей не забыл. Когда обучался в данном лицее, как бы нам на данном участке делали мы молотки, зубила делали. Вот как бы для примера я покажу зубило, которое как бы бралось деталь данного металла, после чего измерялась штангой циркулем, после чего производилась расточка данного металла. Алексей Владимирович хотел познакомить нашу съемочную группу со всеми своими последователями. Но в рабочий день посетить «Альма-Матер» удалось только 6 его родственникам. Остальные же в это время варили, вытачивали и собирали автомобили на производствах. Вот они, братья, сестры, племянники родоначальника трудовой династии Афанасьевых. И это еще не полный состав. Виктория Чиркова, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновской правды.